самых юных. Ну, у кого тут уже из-за этого технические ошибки, что ноги чугунные, что кислоты очень много, и кто удержался на зубах в той группе, тем трудно устоять в виражах. Большунов, большая победа, очень своевременный рывок, не сразу сдались соперники, сопротивлялись, но он давил, терпел, а дальше уже на вдохновении, и немножко даже слалома гиганта. Теперь дожидается, когда щелкнет секундомер, сколько насчитает запаса. Иверсен, несмотря на то, что брал на себя бремя погони, первым начинает финишную развязку. За ним встраивается Клебо. Клебо, который порепетировал какие-то более отдаленные марафонские баталии. Пока постоянно в марафонах Клебо высаживают. Ну а здесь второе место теоретически должно быть его. Смотрим. Спортовал он. Пошел Крок. Крок, который из-под большой нагрузки, по длинной, не менее опасен. Но чуть-чуть он пока еще не там. Все же и довольствуется местом за пределами тройки. Клебо вырезает финиш у Иверсена.